Всем привет, кто смотрит данное видео. С вами Олеся Селезнева. И в этом видео я хотела бы ответить на вопрос, почему у меня не получается. Мне очень часто поступают звонки, приходят письма от коллег, которые работают в индустрии MLM бизнеса, в индустрии прямых продаж, с вопросом: Олеся, подскажите, но почему у меня не получается? Что я делаю не так? И действительно, ведь очень часто люди делают вроде бы немало шагов навстречу успеху, да, а у них не получается. Давайте разберемся, почему так бывает. Очень часто вышестоящие спонсоры, лидеры мотивируют нас словами: «Давай, давай, у тебя получится, посмотри, у меня же это получилось». Но когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, пошла, не получилось, отказали, не купили, мотивируют как? Ну, возможно, ты еще в себя не вложила какое-то количество знаний. Возможно, кризис. Не так быстро, как ты хочешь, да, будет результат. Тебе нужно дорасти. И все, что с этим связано. Я думаю, что причина не всегда в этих моментах. Нужно на время остановиться, взять тайм-аут и посмотреть, а что происходит вокруг. А может быть, дело не в вас, а может быть, дело в компании, в инструменте, который вы используете. А может быть, дело в насыщенности рынка тем продуктом, который вы пытаетесь продвигать. А может быть, дело в наставнике, который, ну, возможно, не может правильно организовать работу, не может вас чему-то научить. Ведь вокруг 1000 предложений. Из этих предложений нужно уметь выбрать то, что действительно приведет вас к успеху. Выбрать того человека, наставника, который именно сможет вас довести до вашего желаемого результата. Мой девиз, девиз моей работы: судите о моем успехе не по тому количеству денег, которые зарабатываю я, а по тому количеству денег, которые зарабатывают партнеры, которые пришли в бизнес. С вами была Олеся Селезнева. Всем до связи, всем пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.